Всем привет! Рада всех вас видеть. Если вы на этом канале впервые, то здравствуйте, я Настя. И этот канал о разных бьюти-штучках и домашнем уходе за собой. Так что хватайте чаёк, кофеёк, устраивайтесь поудобнее. И сегодня мы с вами поговорим о 10 самых невероятных фактах о наших волосах. Не так уж и много мы знаем про наше с вами тело, а тем более про волосы. Наши волосы растут примерно на 1 мм каждый день. Это что-то от 1,5 до 3 см в месяц и примерно 20-30 см в год. И также ваши волосы не будут расти всю жизнь. Примерный возраст вашего волоса — это 7 лет. Но есть счастливчики, чьи волосы растут и по 10 лет. Это те самые с очень-очень длинными волосами. И по окончании этого периода волосок просто выпадает. Кстати, жизненный период бровей и ресниц составляет что-то около 3-5 месяцев. Каждый из нас теряет от 50 до 150 волосков каждый день, и это просто невероятно. Поэтому не удивляйтесь, когда вы видите, что достаточно много волос остается на вашей расческе. Также волосок, который выпадает по естественным причинам, я имею в виду не ломается, имеет такой мягкий белый кончик. Это может происходить вследствие обычных ежедневных изменений, будь то возраст, стресс или медикаментозное лечение. А если у волоска отсутствует этот мягкий белый кончик, то значит волос был сломан в результате неправильного ухода. Очень интересный факт, что когда волос мокрый и поврежденный, я имею в виду ранее окрашенный или осветленный, он может растягиваться примерно в 3 раза. И здесь речь идет о расчесывании на мокрые волосы. Да, волос может становиться длиннее, но также он будет становиться тоньше раз за разом и в конце концов просто сломается. Это очень-очень травматичная вещь, поэтому я прошу вас, постарайтесь избегать расчесывания на мокрые волосы. Когда ваш волос осветлен, он становится пустым, и необходимо заполнить его цветовым пигментом и каким-нибудь другим строительным материалом. Можно, конечно, здесь использовать какой-либо силикон, но лучше всего подойдет кератин. Это протеин, из которого состоят наши ногти, волосы и кожа. Это природный строительный материал для волоса, который наполняет его изнутри и делает его сильным, толстым и блестящим. Очень интересный факт, что все новорожденные дети приходят в этот мир с более чем 5 миллионами волосяных фолликул по всему телу. И все вот эти волосочки, они совершенно пустые, и их качество абсолютно точно изменится к 3 годам. И они совершенно точно будут меняться в течение всего жизненного периода. Так что не пытайтесь даже понять качество и цвет волоса ребенка до 3 лет. 3 года – это та отправная точка, когда волос начинает расти соответственно своим генам, а до этого волос считается новорожденным. Так что не обращайте внимания, когда кто-либо спрашивает, почему ваш ребенок блондин, а вы брюнет. И это вполне нормально. Но самая интересная вещь – это человеческие гены. Дочь всегда наследует волосы своего отца, либо мамы своего отца. А сын всегда наследует волосы своей матери или отца своей матери. Это просто невероятно и всегда работает. Проверьте это на своей семье и оставьте комментарий, так ли это на самом деле. А вообще, структура и качество ваших волос может изменяться примерно 4 раза за всю вашу жизнь. Первый период – это 3 года, затем идет пубертатный период, когда некоторые волосяные фолликулы могут заснуть. Затем у нас идет беременность и роды, но это только для женщин. Здесь стресс организма может пробудить некоторые фолликулы, но также и усыпить какое-то их количество. И все вот эти вот неприятности с выпадением волоса после родовой период и в период кормления грудью, они временные. Женское тело теряет очень много витаминов и минералов, которые отдает вместе с материнским молоком ребенку. А по истечении этого периода витамины и минералы восполняются нашим организмом, и потеря волос прекращается. Знали ли вы, что трансплантация волос
невозможно. Никогда не верьте в эти сказки. У каждого волосяного фолликула есть две прилегающие к волоску мышцы, которые держат его и не дают ему выпасть. У искусственных или мертвых пересаживаемых волос таких мышц нет. Так что просто ничто не может удержать их в коже головы. Только возможно использование какого-то специального клея, но это уже будет не трансплантация, а обычный парик. Ну и естественно, подобные приклеенные волосы вывалятся у вас через несколько дней, а то и часов. Надеюсь, видео было для вас полезным и интересным. Оставляйте все свои вопросики и комментарии под видео, я с удовольствием на все отвечу. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть больше интересных и полезных видео. А я прощаюсь с вами совсем ненадолго. Всем хорошего дня и пока!